2 ноября на прогулочке. Где-то что-то грохочет, какие-то гудки. Жизнь идет. Птички поют. Осень. Я люблю на ютубе просматривать разные ролики, посвященные тому, как тренировались и тренируются спортсмены, особенно там качки, что там связано с питанием и прочее, прочее. И вот я вам рассказывал, что начинаешь вот сейчас, особенно похолодало, а особенно если еще дождик будет моросить, начинаешь есть молочное. Просто пить молоко, кефир, ряженка, кофе с молоком, сгущенное молоко, творог, сырки. То чувствуешь, начинает залипать, в легких появляются разного рода шумы, слизь, отхаркивание. То есть организм, согласно аюрведе, наполняется слизеобразующими продуктами, которые начинают, будем говорить, выходить через легкие. Естественно, порождает кучу сопутствующих проблем в виде насморка, в виде простуд, ангин. И вот как раз я смотрел ролик Кирилла Сарычева. Он рассказывал о том, как он раньше, ну, особо средств не было, приходилось массу поддерживать молочными продуктами, то есть пил много молока и ел творога по килограмму полтора в день. Вес у него от 160 до 180 килограмм, то есть такой мускульмен, супермашина, которая делает рекорды. Ну так вот, что он сказал? Что у меня в районе печени появилось выпячивание и боли. Я думал, что все, мне каюк. Ну, поехал в Израиль, обследовался, нет, все. Говорит, с печенью все нормально. А что ж произошло? Просто она от обилия поступающего белка в виде творога, а там как раз и казеин есть, она залипла и перестала выполнять свои функции. Вот. Поэтому вот сейчас настал такой период, когда с молочным надо быть очень осторожным. Это касается детей, стариков и средних возрастов. То есть раза два там творожок, молочко натуральненькое, все это можно. Но как-то, как только все это чаще начинается, наш организм просто-напросто не успевает с этим справляться. И вот такие начинаются проблемы не просто там простудного характера, а уже с печенью. А если печень выключается из работы, начинаются совершенно иные, более серьезные проблемы. Возьмите себе это на заметку.
подходит к концу. Прошел я 5 километров в связи с тем, что собак подкармливал. Где-то 20 минут ушло мне на это все. Все, до завтра.